Аня, Аня, как слышно? Дым. Увлеченность, волнение, дух соперничества и непреодолимое желание выиграть. Это далеко не все, что можно испытать, пройдя захватывающую игру, максимально приближенную к реальным событиям. Примерить на себя роль юнитов и штурманов смогли также и сотрудники телеканала «Универ ТВ». Задача юнитов – выполнять задания в дистриктах, то есть своего рода отдельных комнатах, а штурманы должны направлять их. Сложность состоит в том, что местоположение друг друга они не знают. Юнит находится в запутанном лабиринте тысячи квадратных метров, где ничего не видно, а штурман – запертый в бункере. Аня, слушай меня внимательно. Здесь написано: Клементина, талисман этого лабиринта. Освободите своих штурманов и выбирайтесь из лабиринта. Первый этап проекта стартовал год назад на стадионе «Казань-Арена». В этом году произошла перезагрузка, и второй этап уже проходит на другой территории с новыми заданиями. Изначально и сейчас цель, естественно, развлечь людей. Хотим дать возможность людям познать грани своих возможностей, чтобы они почувствовали себя героями какого-то экшн-фильма и посмотрели, увидели, доказали, на что они способны. Во время прохождения игры всегда нужно быть внимательным, ведь испытания требуют предельной концентрации, а очень часто и смелости. Кто-то из игроков обязательно найдет для себя то место, где столкнется с собственными страхами, темнотой, червяками или замкнутым пространством. И, возможно, эта игра станет именно тем местом, где ты посмотришь своим страхом в глаза. И вернешься сюда вновь уже для того, чтобы перебороть их. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.